Всех приветствую, рад видеть на канале. Сегодня задумка такая. Ну, как вы уже поняли, изыскания продолжаются наши. Итак, задумка такая. Есть одно распаханное урочище, деревня бывшая. Ну, как я подозреваю, само урочище, скорее всего, выбито до материка, как это называется. Но дорог к ней шло много. Вот, как всегда, сейчас посмотрим дороги. Хотя я с урочищем могу ошибаться. Сейчас доедем, благо ехать не очень далеко, и посмотрим. Так что не переключаемся, смотрим. Так, прибыли на место. Деревня находилась там. Здесь идет берег реки. Кто? Наверное, да. Ну, к сожалению, тоже клещи вятна. Самый прикол, я уж не знаю почему, вот на таких палках, вот, обычные, да, вот эти вот, они не сидят. Они сидят только на травинках, на обломанных, на высоких. Сейчас покажу, найду. Пока что-то нет никого. Там вот сейчас проходили полно. Эй, вот где? Думать, когда надо, хрен найдешь, блин. Когда не надо, найдешь. Что там у тебя? Вон он, берег реки. Вот там где-то дорога шла. И вдоль реки где-то дорога шла. Да это я с камерой, с подписчиками общаюсь. Ну давай, на камеру уж. Дорога шла вот там, вот это. Там, 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 да. А что ты снимаешь? Скорее всего, это какая-то. Ух. Пробовочный сигнал первый. Чем первый? Уже второй. Второй. Это была блажь. Далеко не факт, что здесь что-то найдем. Но проверить надо. Где-то тут. А так, говорит, пачкаться неохота. Вылетело что-то. И что? Туточки. Еще какой-то кусочек. И снова оплавлен. Оплавлен, да? Очередной оплавыш. Что-то здесь горело. Ладно. Деревня здесь горела. Идем вперед. Так, все-таки деревня была, скорее всего, дальше, вон там. А это остаток старого моста. Где он тут? Видно, в советское время он еще использовался. Ну, наверное. Поэтому и сохранилось. Вот такие валяются штуки. Там бревна какие-то обожженные. Это не бревна, а деревья. Это деревья, непонятно. Где наши юные друзья? Здесь что-то не видно. Там были. Ну, ладно, идем дальше. Ну, в общем, дошли до деревни, как и предполагалось, шурфы есть, не закопанные. Народ, закапывайте шурфы. Можно же, когда вот трава встанет, можно же все ноги себе переломать. Хорошо, если шурфы, а там такие ямища. А там еще и ямища, да. Но дороги особо не тронуты. Люба нашла ложку. Вот такую. Пока больше ничего нет. Смотрим старые дороги. Тут-то понятно, что шел фильм. Ладно. Ну, в общем-то, смотри. Ориентируемся по навигатору.
так вот отошли от деревни, вот здесь выкос. Вот через него где-то шли дороги. Где мы? Да, две улицы как. Пока непонятно, как их найти. Находочка. Сейчас покажу. Оп! Вот такая конина. Вот так надо закапывать. Завон, да, вот так надо ямки закапывать. Такая конинка сломанная. Или не конина. Не, надо еще. Броня от. Надо вот здесь. Древнерыцарских войн. Древнеримских воинов. Надо еще пройти. Да я понял, сейчас пройдем. 100 метров. Самое интересное, свалки проволоки и пробок тоже нет. Будет больше. Не, ну там-то на самой деревне там. А там дача дальше уже начинается, но это нам не интересно. Вот такой интересный сигнал. Вот. Похоже на подсвечник. Что-то типа того. Что здесь вот? Припаялся. Ну, запчасть какая-то самовара. Нет. Ну, он как будто припаянный был к чему-то. Интересно. Подсвечники. Да, может, это ручка? Может, ручка какая-то была, да. Бог его знает. Спрашиваем, как всегда, если кто знает, пишите. Что это такое? Ходим. Ходим. Здесь где-то они были. Надо сейчас понять примерно локацию. Может быть, что-то вывалится. Посмотрим. У меня там вот еще такая конинка выскочила. Сегодня какой-то день конины. Если, конечно, это конин. Какой-то интересный элемент. Птицы в кустах. Красиво, тишина. Но другой вопрос, что там дорога недалеко, все равно ее слышно. Нас ямочку закопаем и дальше пойдем. Вот так вот иногда можно сходить в кусты. Целый табунчик. Сейчас будем перетряхивать. Так, первый очень... Ну, в общем, неплохой сигнал оказался крестиком. И белым. И он очень глубоко. Да, если бы предположили, что здесь очень глубокий сигнал, потому что конину я достал, ну, на полутора штыках даже глубже. И я все достаю крест, больше, да, чем штыки. Больше штык, вот, больше штыка сейчас крест. Со второго, грубо говоря. Значит, здесь очень глубокий сигнал. Это фигню. С ручкой, с загогулей. Тоже глубоко. Больше... Ну, я тебе говорю, здесь очень все глубоко. Сейчас будем, значит, надо очень вкратче выходить. Главное, в кусты больше не лазить. Слазило уже. Красавцы летают. Где? Он прям над елками. Сниму, не сниму. Не вижу их. Потерялись. Прям над елью. Да я вижу, я в экран ничего не вижу. А вижу, вон они. Кружат. Летите сюда жрать клещей. Жаль, вот надо бы. Зато клещи на них будешь садиться. Короче, очень всем аккуратно. По лесам, вот по траве. Так, первая монета. Ну, как всегда, царица полей. Сафран, конечно, очень глубоко. Как и предполагали мы. Кружимся вот здесь, где крест был, вот здесь, где крест. Как же хочется он в тот лесок. Но пока не получится. Похоже, мы нашли примерное направление этой дороги. Гиречка вот такая, целенькая. Вот. Но это не глубоко лежало. Эту сторону сейчас попробуем посмотреть. Погода замечательная. Ветер то стихает, то появляется. Сегодня день какой-то занимательной конины. Теперь вот такая вот выскочила. И все с глубины. Интересно.
По той стороне много металломусора советского, вот там, где те деревья. Здесь его немного. Кукушка. Замолкла. Нечастая здесь находочка. Походу дело рамочник. Десюнчик. Ай, блин. Чуть потерял. Ну, короче, сейчас спином буду искать второй раз. Так, друзья, переехали. Тамошняя разведка. Тамошняя. К сожалению, ничего не дала. Ну, все равно нам новые места надо искать. Вот. Давно хотели побить берега реки, вон там внизу. Тут всегда стоит трава, тут никто никогда ничего не делает. Сейчас пока все лежит, есть небольшая возможность. Уже находились, язык заплетается. Сейчас здесь пробежимся, посмотрим, что будет. Смотрим. Вот такой вот водопадик маленький. Так наковырено. Непонятно. Прикольно. Вот еще одна такая запруда. Чем естественно. Где они тут валяются? Вон одна, вон валяется. Здоровые такие. Видишь? Моллюски. Раковина, да, крупная. Я помню, мы в детстве их на костер бросали и жрали. Все. Папа вот научил меня, полировал их. Ну да, перламутр свой родной. Лазим здесь по берегам. Вот там на горе стоял деревня. Ну, ее уже давно нет, уже и ни домов, ничего не осталось. Спуски, вот как будто... А, ну и тут деревня у нас тоже. Вот как будто здесь, они же давно должны были где-то соединяться, эти две деревни, они обе старые. Скорее всего, где-то тут. И первый сигнал отсюда. Павловская копеечка. Ой, деньга. Что я горожу? Кстати, газ охраны неплохой. Так что, может быть, здесь надо покрутиться. Вылезли сейчас оттуда, с того берега реки, и решили сейчас подняться через двухчасовой и спуститься вот на те спуски, потому что мы не знали, что это там есть. Было не видно. Дедушка прикалывается надо мной третий день уже. О! То, что серебрушка, да, 5 каких-то копеек, пробитые, заполированные. Зашлифованные насмерть. Ну да ладно. У тебя там что с глубины? Давай, мать. Просто пипец. Уже даже 5 не... А, видно. Не знаю, на камеру увидит, не увидит. Я не знаю, что это такое. А чем звенит? 36-40. Смотри. Очень глубоко. Ладно, идем вот туда до деревьев. А там уже включусь. Женщину выкопать. Твой сигнал. Железка. Кто сказал, что там железка? Я сказала, что тоже. А нафиг ты копаешь? Икона эта. Большая. Ладно, идем туда. Да, наверное. Ничего не вижу. Полушка там у него. Бита. Ну да. Такая. Дядя. Помнишь, они тогда с Клопуновым летели? Осень.
Так, вот и добрались до спуска вниз. Вот здесь была деревня, туда она уходила. Здесь вот такое местечко. Вот он как бы овраг, но я так понимаю, что это была дорога когда-то вниз спускалась и уходила на деревню. Вот где я сейчас палубу там вот поднял, вот в тех кустах, вот там, только с той стороны речки. Вот сейчас сходим вниз, посмотрим, что там у нас. Стоим немного, отдыхаем здесь. Достаточно какие-то у них посиделки, что ли, дровница он заготовленная. Палка стоит. Вот еще дрова лежат. Вот такая хренулька выскочила. Что это такое, я не знаю. Здесь дом стоял. Да тут вот да. Макушки. Вот здесь еще дом стоял. Вот в траве. Вот, вот где вот эта трава, вот да, здесь да, да, да. Домовая яма есть. Да. И мусорка. Да, видишь, здесь давно уже. Да давно. Весьма. Вот так. Сейчас вниз полезем. Да, к сожалению, красота не всегда приносит результаты. Внизу огромное количество железа. Такое ощущение, что, может быть, деревню туда сгребли, прям сбросили туда вот с этих. Здесь вот ручьями все понамыто. Ходить невозможно. Чуть-чуть вылезли оттуда. Советик он у меня на этой мусорке. 61-й год. Ладно, для разведки как бы и на безрыбье хорошо. Так, конечно, красиво здесь. Еще монеточка. Двушка. В такой красивый шоколадного цвета. Смотрите. Но поздний. Тоже, наверное, звонить сюда ходили. Не иначе автомат здесь где-то висел. А потом его туда и сбросим в сторону реки. Пойдет. Вот здесь еще посмотрим, что у них здесь было за вот этим оврагом. За. Вот там деревня, вот она на горе. Здесь овраг. Она же вот так же дорога вниз уходила. Может быть, не одна. Это что за яма? Очень глубокая. Не знаю, что здесь нарыто. Фу, вот здесь сейчас еще посмотрим. Мы, конечно, артисты. Навигатор забыли в машине. Хотя вот от этого... Вот в ту сторону много находок, двухчасовое поле. А в эту сторону тоже уходила дорога. Но примерно даже посмотреть, где она была, хрен его знает. Зеленый кружок. Мыть нечем. Похоже на катилизм. Тебя чего? Проверим. А, и гренадерку сейчас достали, пуговку. Потом приложим. Не снимал. Правда, отколотая маленечко. Что тут под червячком? Еще цвет. Звенел чем? 38-40. В том комке. Твой кидой. Нет, тут. Господи. Что за хрень? Камин какой-то. Ну, не знаю, что это. Знаешь, что? Что это? А, нет. Фиг знает. Вот такая штучка. Вот потом отмывать, смотреть. Ножками. С какими-то ножками, да. Интересно. Так, отошли от деревни сейчас чуть-чуть сюда. Вылетает крестик. Ну, что ж мы воду-то не взяли? В эмалях. Обленились это. Такой вот. Целенький. Потом помоем, посмотрим. Идем туда. Грубо говоря, обходим вот эту деревню всю по кругу.
что дороги здесь были, но где они здесь были, одному Богу известно. И навигатору, который в машине. Так что вот так как-то. Там, походу, траву жгут, сюда тянет сильно. Зачем? Непонятно. Все, отразведывались. Отразведывались мы сегодня. Ничего интересного не нашли. Советик поздний, 61-й год. Идем к машине, уже поздно. Идем к машине, как я и говорил. Тут, да, тут, как всегда, у нас на полях медь не сохраняется. Итак, 1857 года. Так, его питьевой водой чуть-чуть пошмыркали. Ну, конечно, убитый, скорее всего. Любка в прошлый раз. Вон возле тех кустов такой же подняла. Вот возле этих. Ну, самое приятное, когда пятаки звенят. Так, друзья, походили. Никаких новых мест не нашли. Хочу яму показать на дороге. Здесь кто-нибудь когда-нибудь убьется. Посмотреть, что делается. Легковая машина здесь уже не проедет. И всем похер, блядь. Я извиняюсь. Здесь каких-то траншей понарыли, колеса. Такие дела. Так, сейчас находочки покажем. Ну, так маломальски понаковыряли, конечно. Ничего такого интересного особо нет. Вот эти штучки, бусинка, ложка целая. Будем чаек ей мешать. Крестиков сломанных. Крестиков целых. Монетки. Вот это, конечно, грусть. Третий день земляной дед надо мной издевается. Дает дырявые слизанные монеты. Вот это на печать, похоже, будем отмывать, смотреть. Гренадерка обкусанная. Пятак убитый. Ну, так для души. Поковыряли, хорошо. На этом прощаемся. До скорых встреч.